В Гомельской области на одну теплоэлектроцентраль стало больше. Энергетический узел в Калинковичах заменил сразу 4 устаревших котельных и повысил уровень пожарной и экологической безопасности. Новая ТЭЦ сможет снабжать энергией более половины города. И главное, позволит отказаться от природного газа на 60%. Вместо него древесная щепа. На разнице в ценах можно будет ежегодно экономить до 3 миллионов рублей. Объект возводили по европейскому образцу, установлено немецкое и литовское оборудование. Стоимость проекта 14 миллионов долларов. Я думаю, что это направление правильное. У нас на 2020 год запланирована реконструкция котельной Марата-72, которая на балансе предприятия. Она тоже работает на газу, тоже перевод на местные виды топлива, поэтому работа будет продолжаться в этом направлении. Проекты по замещению природного газа местными видами топлива последние годы реализуются в Беларуси особенно активно. Цель – отойти от газа для отопительных нужд и тем самым снизить валютные расходы. Сейчас в стадии строительства 3 подобных объекта, в планах возвести еще 7 по всей стране.